потому что выглядит внутри это все вот таким образом. То есть здесь такое, как бы, типа это, можно посидеть, места достаточно много. Ну и спальное место выглядит вот так. Как бы спальное место выглядит. Тоже достаточно такое большое. Как-то так все это. Блин, сел тут телефон за ночь. А так, в принципе, вообще место, короче, дофигища, блин. Здесь, в этом прицепе. Офигенно дофига места. Хотя с виду он маленький, как бы, и не цепляется просто за любую машину. Не знаю, вот весь рост сейчас тут завалюсь. Вот так вот. Не хватает места.